Дорогой друг, я бы хотел тебе посоветовать очень-очень интересное предложение. Про Гетто 46 будет доступен всего лишь в данный момент времени, около 6 дней на момент видоса, который выйдет. И я бы хотел посоветовать тебе, так сказать, приобрести данную машину хотя бы для того, чтобы просто покататься и взять либо в аренду, можешь взять на постоянку. Ну, для начала, конечно, я всегда советую взять, показать в аренду за 100 рублей. Покатал, покатал, посмотрел, нравится, не нравится, там дальше по ситуации порешал для себя, да, вот. Скидка может быть максимальная 99%, которую ты можешь использовать. То есть ты можешь его взять на постоянку за 30 там, рублей. Понимаешь? Это все за бонусы, которые у тебя накопились за Сбер. Спасибо, если они у тебя накопились. Поэтому переходи, ознакомливайся со всей этой данной ситуацией. Тут очень много плюшек всяких разных. Тебе за это дадут еще, если ты покупаешь Project, а тебе X5 за опыта за победу за 10 там боев, да? 5 личных резервов. И есть еще более жесткие комплектации с Project. Заходи, ознакомливайся. Приятного просмотра. Бляха-муха, куда вообще полететь? Ну чё, на Алтехе, вы понимаете, да, как стал? Вот тут вот. Слушай, вот это вот, кстати, это вот полная контра меня. Это вот полнейшая контра моего танка в этой позиции, вы понимаете? Чел просто встал, чтобы поконтрить. Ну вот прям вот просто вот полнейшая лютая, так сказать, контра. Посмотрите. На, жили. Братишка, может, ты все-таки уедешь оттуда, родной, не хочешь? Не, он не будет уезжать. До конца будет там стоять. Бля, это просто нереальная контра меня. Он мне делает... Бля, как же он красиво делает. Спасибо, это десятому. Бля, это просто трындец. Ну что это за пиздец? Ну с чего его в голову, блядь, сбрело там стоять? Вот скажите мне. Вот с чего он там захотел? Вот почему? Это же пиздец контра какая. Вы не представляете, какая лютая эта контра. С его стороны. А, сейчас я тебя развалю тут. Дурочка ты. Не повезло, что чел мне труп поставил его. Чел. Он не понимает, что я его разваливаю, ему надо уехать оттуда. Может, хоть сейчас допрет. Вроде троху допер. Что надо уехать. Отлично.
Идеальное решение стрельнуть каток. Самое лучшее. За это ты получишь 470 за каток свой. Сразу БК первым шотом. Бля, какого хера у меня уже тут осталось тычек? Почему у меня осталось тычек 9? Я что-то не понял уже. С какого хера? Что у меня с пульками? Где пульки? Блять, где пульки? Грёбаный сыр, где мои пульки? Здесь хватит 3. Ясно. Просто промахнулся, блядь. В упор. Угу. В упор промахнулся. Окей. Двенадцать тысяч. Без снарядов.
12-100. Я промахнулся в упор. Я поспешил, просто я хотел ему как можно быстрее дать. 12-100. Ну, вот это я уже более-менее одобряю. Это я одобряю. Это я одобряю. Так держать боец за успехи на поле сражений, еще 3000 одержанных побед. Ну, это пойдет. А, у меня блайндики зашли. 12600, мои дорогие друзья. 12... Ну, это рекорд, да. Это на аккаунте рекорд. Я еще 12600 не выбивал.